Друзья, всем привет! Вы на канале Арспорт, и это очередной совет недели. В этот раз поговорим про достаточно простое упражнение, которое позволит вам отработать механику нападающего удара на сетке. И для этого вам даже не понадобится волейбольный мяч. Но понадобится мяч теннисный. Ну и желательно не один, чтобы поменьше бегать за снарядами, а больше заниматься делом. Ну что ж, давайте перейдем к упражнению. Все достаточно просто. Вам нужно лишь имитировать нападающий удар на сетке. Вы выполняете свой обычный разбег и имитируете нападающий удар. Только ваша задача стараться попасть как можно ближе к лицевой или боковой линии, в зависимости от зоны, в которую вы отрабатываете нападение. Преимущество данного метода в том, что у вас нет необходимости подстраиваться под передачу, а тут вы можете полностью сосредоточиться исключительно на нападающем ударе и его технике. Но еще раз напомню, никаких бросков под себя. Старайтесь максимально глубоко отправить мяч. Ну и поскольку видеоряд был взят из старого архива, не стоит на него равняться как на эталонный. Надеюсь, данный совет вам понравился и вы оцените его лайком, и также подпишитесь на канал. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!